Менеджеры новой волны. Сегодня глава республики встретился с полуфиналистами конкурса «Лидеры России». Окружные этапы испытаний среди управленцев проходили в феврале. Окончательные итоги подвели на днях в Сочи. И хотя в число победителей участники из Чувашии не вошли, перед ними открываются новые возможности. Подробности у Дмитрия Ковалева. Сразу виден лидер. Так, не влезайте все. Еще плотнее. Даже выбирая фон для памятного фото, лидеры страны проявляют управленческие качества. Карьера полуфиналистки прошлогоднего конкурса Надежды Беловой круто изменилась. Теперь она помощник главы региона. Вообще, участники окружного этапа проходят непростое сито отбора. И это шанс заявить о себе, отметил Михаил Игнатьев. 1400, да, по статистике у нас подали заявление на конкурс, соответственно, понятно, процедура там, я говорю еще раз, непростая, сложная, через тестирование проходите весь этот путь. Это говорит о чем? Это говорит о том, чтобы люди смелые, это важно для нас, быть лидером Российской Федерации, как новая уже управленческая команда современной России, современной Чувашии. Шансы стать даже полуфиналистами конкурса – 1 из 100. В этом году на окружные этапы из Чувашии были отобраны 14 человек. Теперь перед участниками открыты все двери. Екатерина Грабко буквально неделю назад была назначена заместителем министра и теперь курирует развитие цифровых технологий в республике. И направление такое сейчас очень интересное – цифровизация. Потому что сейчас все говорят про цифровую экономику, про цифровизацию, цифровизации транспорта. И вот проект «Умный город» и «Безопасный город» – все это связано. Но у нас сейчас первая задача стоит по доведению инфраструктуры до нужного уровня. Очень интересно. Кадры для экономики должны растить и работники с опытом, отметил Михаил Игнатьев. Институты наставничества зарекомендовали себя на предприятиях и даже в правительстве региона. Это очень хороший принцип. Сегодня те молодые специалисты, которые приходят, всегда есть наставники. Даже молодые министры у нас к нам приходят, соответственно, без официальных там решений. Мы, соответственно, обговариваем все эти вопросы, когда совместимы. Молодого министра закрепляем за тем министром, который или вице-премьером, который имеет огромный стаж. И сейчас мы, создавая учебно-ресурсные центры, среднее профессиональное учреждение возьмем, да, учреждение высшего профессионального образования возьмем. У нас, допустим, по компетенции, по направлениям есть наставница целых заводов над нашими учебными предприятиями. Наставниками для школьников и студентов готовы стать и полуфиналисты конкурса управленцев. Инициатива лидеров провести образовательные курсы в муниципалитетах. В свою очередь, мы как уже работодатели, мы же присматриваем для себя тоже молодежь, ищем сотрудников в свою очередь. Мы в свою очередь можем найти вот среди этих активных студентов, может быть, активных людей, которые только начали свою работу, каких-то сотрудников для себя в будущем. В этом году как раз мы для учета уже создавать будем совместно с Министерством просвещения центр для одаренных детей. И мы параллельно должны подготавливать учителей для работы с этими детьми. Встреча с главой региона для лидеров России стала поводом обсудить и проблемные темы. Никиту Николаева волнует качество дорог в родном Мариинско-Посадском районе. Года 4, да, пишу и в ГИБДД, и в администрацию Мариинско-Посадского района. Говорю им, дорога у вас не соответствует никаким нормам. Мне, вот как гражданину, кому можно все-таки обратиться, да, кто имеет административный ресурс. Из-за дефицита денег, мы это честно признаем, приоритеты должны быть расставлены четко. Конечно, в каком году мы вам ответ дадим. Полуфиналисты конкурса теперь сами претендуют на руководящие посты в правительстве региона. Каждый из них войдет в резерв управленческих кадров. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.